закончились 90-е, когда для меня стало доступно съездить в город там. Папа мне стал давать деньги там на что-то. Значит, для меня закончились 90-е, вот эта нищета закончилась. Ты из этой пелены как выбрался и влез в какую-то новую. Такое ощущение. Ну, я когда приезжаю в Кемерово, те люди, которые там остались жить, на них, ну там вообще как будто такое остановившееся время. Ну, то есть они как бы номинально знают, что за пределами Кемерово происходит, но это никак не отражается на них. То есть они вынуждены косплеить и играть в этом фантастическом мире, который Кемерово себе представляет. Ну, с другой стороны, вот это же какой-то такой, он внешне очень уютный, то есть кайфовый даже по-своему. Люди как-то приняли правила игры и живут с ними. Там все жестче в плане свободы какой-то внутренней. Ну, то есть нужно как-то себя ограничивать, и тогда ты, окей, можешь жить. Какие-то уже прошедшие события, и если бы их пришлось переживать снова, я бы подумал, как я не хочу вот эту хуйню опять переживать. Я бы хотел переписать детство, но в то же время, как бы, я понимаю, как только я заношу руку, да, я, понимаете, там вообще плавал. Не может быть пути в прошлое, ребята. Детство – это самый такой, самый период страшнее, чем на тюрьму попасть. Ну да. И очень хорошо, что приходится его пережить. Родители как-то не дают детям пожить детство. Что-то уже не то происходит. Уже ребенок сам по себе не может выйти погулять и попасть опять на эту, в этот концлагерь. Средние города – это костная ткань государства, самая его суть, лекала и норма. Зеркальный витраж и модель мироздания, центр, вокруг которого вращается колесо бытия, очень далек. А та центробежная сила, которую он взлетает своим вращением, делает невозможными попытки приблизиться. Остается лишь дрейфующее, орбитальное движение по краю, заметное лишь только с помощью календарного цикла. Однако надо отдать им должное в том, что именно оттуда, по традиции, освещенные веками, и текут в большие города, словно жидкость, скапливающаяся в самой низкой точке, все те, кто готов двигаться быстро и крутить колодезный ворот столичной жизни. Столица – это фокусирующая линза рассеянного света средних городов.